приятными словами, там, доброжелательным выражением лица и выразительной конфигурацией пальцев. Моральный и политический уровень коллектива тоже не был оставлен без внимания. Обстановка за пределами коллектива немного нормализуется и не дает больше пищи для развития террористических угроз и нападок со стороны вышестоящих соседей и конкурентов. В заключении, мальчики, хотим пожелать всем членам нашего коллектива и дальше прилагать все силы к укреплению обороны, и тогда победа будет за нами. Переходим к следующему вопросу, награждению. Целый год мы обсуждали достоинства номинантов, промывали им косточки, раскладывали по полочкам, видели насквозь и наделяли всяческими эпитетами. Итак, включаем грамоты. Номинации «Делу время потехи 2» грамота награждается Дробынин Андрей. Занесение приятного, полезным утверждением поговорки «Наш постел везде поспел». Поздравляю! Номинация «Скромня за парень» награждается Митрофи Соболев Сергей. За утверждение жизненного принципа «Тише ездишь, дальше будешь». Ладно. Поздравляю. Номинации. Ладно, будем. Номинация «Очаровательный симулянт». Грамоту неоспоримо получает Шишкин Владимир. Он за один год собрал наибольшее количество женских взглядов в самых разных направлениях. Но почему-то активность их до сих пор он уверяет в том, что он их не заметил. Ну это по женскому вопросу симулянт. Номинация «Робототехник во плоти». Грамота вручается Сафонову Евгению за его неординарный взгляд на металлопрокат, который приводит к плодотворной работе. О, ура, товарищи! Поздравляю! Робототехник. Номинации. Да, номинации «Солнышко на весь день» грамоту получает Пластинин Михаил. Умение всегда дарить окружающим не только тепло, но и прекрасное настроение на весь день. Номинация «Энциклопедия рядом» грамота присуждается Черепину Сергею. Благодаря несчетным знаниям любой в нашем коллективе может озадачиться его умом и мудростью. Поздравляю. Номинация «Пунктуальность правила королей». Грамота вручается Руте Игорю за его солидное отношение к делу, великолепный серьезный подход к каждой поставленной задаче и умение решать заковыристые вопросы. Вот. Поздравляю. Молодец, Игорь, молодец. Еще раз, чтобы я почувствовала. Давай, давай быстрее. Еще, протянула ручку. Номинация «Сердцеед» награждается... Кто? Колеватов Александр. За мужество в борьбе за холостяцкий образ жизни. А что я думала, он не холостой? Мы все холостые. Да? Конечно. Номинация «Мистер Икс» награждается Кузнецов Виктор за мужество в сохранении загадочности. А я выйду. Номинация «Молодо зелено» грамотно награждается Водяников Алексей. За самый, как самый молодой член нашего коллектива. Мы тебя еще не знаем. Поздравляем. Сейчас закончится уже. Чуть-чуть. Не торопи. Не задерживайся. Номинация «Ходячий анекдот» грамоту получает Леонов Валерий за его способность веселить своими историями даже самых грустных людей. Номинация «Мистер Лихач» грамоту получает Ерохин Александр за его активную деятельность в рабочем процессе. В каком процессе? Рабочий. Номинация «Самый сильный», думаю, вы догадываетесь, кто это? Паша. Получает грамоту Веревкин Паша за культуризм на рабочем месте. Это не спорим. Ты так сильно не тряси. Не тряси,
очень понял. Номинация активный поиск. Чуть упала. Ранка уходит. Кто-то? Мухачеву Андрею, как самому видному жениху. Поздравляю. О, молодец, он даже... Выскочу, молодец. Кто у нас еще остался? Паша Прокол. Номинация «Крутой водитель» сразу получает. Сюткин Евгений. За девиз в участие только Евгений. Поздравляю. Номинация «Мистер Бор...» Ламинация «Мистер Баламут» на «Балбал-Пайл». Ура! Театр подвижный, положительно заряженным частицам. Положительно заряженные частицы. Положительно, но это как шоу. Все, мальчики, все получили. Никого не обидели. Давай, давай, давай.